Привет, дорогие мои зрители телеканала Music Box. В эфире программа «Тема клипа» и ее ведущая Виктория Лемар. Сегодняшний эфир самой тематической программы на нашем телеканале посвящен восходящим звездам. Все эти клипы вы постоянно видите в эфире нашего телеканала. У каждого артиста, о ком я сегодня вам расскажу, есть свои поклонники. Пусть их пока немного, но зато они искренне любят своих героев. И будем надеяться, со временем их количество будет только расти. Ну, раз уж мы заговорили о героях, то с них и начнем. 10-е место темы клипа на этой неделе достается группе героев и их песне «Детка». Школьницы парней просто обожают, но у них есть очень серьезные конкуренты, и это группа «Форпост». Парни делают более жесткую музыку, но не такую, чтобы так уж испугать своих многочисленных поклонниц. Смотрим «Форпост» вместе с тобой. 9-е место. Год назад группа «Маяковский» просто взорвала эфиры в музыкальных каналах. И вот их новая песня, которую, кстати, можно услышать в том числе и на русском радио. Молодцы, парни! 8-е место. Париж. На 7-м месте на этой неделе в программе «Тема клипа», посвященная молодым звездам, оказался Сергей Зверев. Сложно назвать Сергея молодым, хотя выглядит действительно очень молодо, да и певческую карьеру начал не так давно. Так что заслуженное 7-е место – «Шанель от сглаза». Певец Юркис находится на 6-м месте, и это действительно прорыв. Юркис записал уже несколько песен в этом году и так же, как и группа «Маяковский», попал на русское радио. Что, конечно, является объективным подтверждением его таланта. Его песня «Звон» о девчонках, которым важны деньги, а не отношения. Видимо, парень уже обжегся на таких вот красавицах. Юркис, тебя еще полюбят по-честному. Смотрим видео. 5-е место, и это группа «Даки». Песня «Кофе в постель» относит нас к тем благословенным моментам, когда твой любимый или твоя любимая приносит тебе с утра кофе в постель. Что ж, посмотрим клип группы «Даки» и узнаем, какие у них ассоциации с кофейно-постельной историей. Обожаю кофе. Многие, знаю, любят разные чаи. Интересно, а что любит Рома Желудь? На 4-м месте нашей сегодняшней темы клипа, посвященной восходящим звездам, находится именно этот интернет-герой. Действительно, количество поклонников Ромы просто зашкаливает. Ну и скоро вы узнаете, кто опередил Рому в нашем чарте. А пока смотрим клип «Рома Желудь». Спасибо. 4-е место. Открывает тройку призеров сегодняшней темы клипа Елена Князева с песней «Обама мама». Клип снимал культовый Бахадыр Юлдашев. Лене пришлось для клипа кардинально сменить имидж. Что ж, это дало результат. 3-е место «Обама мама». На 2-м месте оказался погодный клип певицы Ханна «Чтобы лето не кончалось». Поначалу я подумала, что это ремикс на известную песню Аллы Пугачевой. Но нет, это самостоятельное произведение и очень модное. 2-е место – «Ханна». Ну и на 1-м месте нашей сегодняшней программы «Тема клипа», посвященная новым артистам, находится Полина Гагарина. Вы спросите, почему, как так? Ведь Полина – суперзвезда. Да, это так. Но я решила, что на 1-м месте должен оказаться трек лучшего, на мой взгляд, артиста нашей эстрады, чтобы у молодых было на кого равняться. Творческий дуэт Константина Меладзе и Полины дал невероятный результат. Полина сейчас по праву является суперзвездой, а клип на песню «Шагай» может претендовать на, безусловно, лучший клип года. Что ж, смотрим видео, а я прощаюсь с вами, и вы смотрели программу «Тема клипа». С вами была Виктория Лемар. Пока, увидимся через неделю.